добренько. Всем добренько. Так порнуха, когда ей показывают пёзды, это хорошая порнуха. Так, ну все, сейчас вот здесь вот появится. Где на паузу нажму? Вот здесь вот. Здесь же можно банить. Ну все. Прям, да. Ну знаешь как. Да. Все, просто отойду. Все, да. Так, ща, пацаны, ну чё? Сейчас. Я тоже перепосты сделаю. Здорово, Резо! Всем привет. Микрофон вот, но он добивает. Ага. Громко, если громче будешь говорить, нормально. Все, окей. Все, да. Так, ща, пацаны, ну чё? Сейчас. Я тоже перепосты сделаю. Здорово, Резо! Всем привет. Микрофон вот, но он добивает. Ага. Громко, если громче будешь говорить, нормально. Все, окей. Крутить. Вот он, легендарный. А вы что думали? Вы думали, мы вас обманем? Пацаны сказали, пацаны сделали. Так. Ну, а ты потом сам там книжки разойдет. Всем привет, ребят! О, Алисонька! Алисонька! Я... Госпожа Алисонька, не вели казнить. Приеду в Волгоград, накажешь меня. Эй, мерзавца! Я начинаю просто с пацаны. Так-то понятно, что девчонки тоже смотрят. Вот Анюта, Танюша. Всем привет. Госпожа Анна. Заходит, по-моему, как раз-таки на стримы в последнее время. Госпожа Анна даст тебе мной попользоваться чуть-чуть. Эй, блядь! Ну, давай, пока поболтай. Я пока репост. Перепост делаю. Пока перепост, да. Всем там ответь. Всем отвечу, поэтому можете задавать пока вопросы. Всем здравствуйте. Коварные. Да, коварные вопросы задавайте. Можете. Так, вот как раз этот стрим. Поделиться. Так, на тебе Олег, да, давай, чай, спасибо. Любочка. Гейские донаты? Нет, гейских донатов не будет, наверное. Давайте гейские, все давайте! Мерзавцы, блядь! Все давайте, гейские, капрофильские, давайте, говноедские, только заполняйте шкалу, блядь. Самолет, причем самолет во Внуково. О, первый донат, ничего себе. Стас, Олег, хорошего вам стрима. Буду ждать обсуждения Resident Evil 4 и Plasm. Спасибо, Толя. Большое спасибо. Так. Ого, сам Олег приехал по такому поводу. Косарь, не грех задонатить. Спасибо большое за косарь. Благодарствуем. Вот, самолет у меня поздно ночью, но до него еще добраться, потому что где у меня аэропорта? Во Внуково. Тем более я еще и билет просрал один, там немножко перепутал время в итоге. Шереметьево у меня сейчас, вот, это мне получается до Шереметьево еще добраться. Первый нигейский Стас, Олег, вечер добрый, добренько, Артем. Вот, я один билет просрал, потому что я заказал, типа, думал, что надо сегодня улетать, а на самом деле вчера еще надо было вылететь. И в итоге я его просрал, заказал другой, и аэропорт другой, был Домодедово, сейчас Внуково, и он, получается, совсем в другой стороне. Какие люди, привет из Измайлова, привет, привет, спасибо.
Я сохраню, конечно. Да. Ау! Коллекция Стас шикарная вообще, но у него тут прям это мое я... почтение. Это я, Это я еще Олегу спальню не показывал. Вот там. Я думал, там у тебя вообще ничего. Там у меня стеллажик есть, там у меня кое-что есть. Не, ну слушай, коллекция вообще офигенная. Ну ты места нету, я... Много, очень много на ретро именно вот всякой. Барсук из Лордрана, я, конечно, твой главный хейтер, но за Олега тебе мои поклоны, видишь? Я знал, как к тебе подмазаться, спасибо. Спасибо. Не, у меня там тоже стеллажей нет, у меня там еще один стеллаж стоит с Nintendo, там у меня Nintendo. У тебя по коллекции, вот у тебя прям очень много ретро сразу заходишь. Вот, допустим, к Дэну я захожу, у него куча дисков на PS3, но именно все современное в основном, такое вот, эпохи PlayStation 3. Шкалу заполните, я сейчас пойду с Олегом, покажу ему спальню, вернусь, он расскажет, как у меня в спальне. Да, это, кстати, неплохая идея, очень добротная идея, поэтому... Как только шкала заполнится, потом вам расскажут. Посмотрю коллекцию. У прежнего тоже были брови, но не было очков. Да, да. Это мой чай, ты чё? А, блин. Мерзавец, блядь. Хотел мой чаёк припить. Рад видеть Олега, у Стаса Олега своя харизма. Как вам игры на свече? Хорошего стрима. Я включу PS5, там игру, допустим, Last of Us на NanoCell и на OLED, я увижу разницу? Да. Ну, прям даже вот так вот. Ну, если сцена будет прям максимально яркая, вот черепашки, не увидишь разницу, то же самое. А если в темноте? А если в темноте и сцена в основном темные какие-то, то ты увидишь 100%. То есть у тебя... Или нет, там, а, например, зернистость, больше четкость, оно одинаково. Четкость, зернистость, все одинаково. Только про черный цвет. Ну, то есть тут и тут 4К, там только... Про контраст, то есть разницу между черным и белым. То есть, вот, допустим, вот сейчас заставка есть этих черепашек. Например, там на OLED она будет вообще прям черная, не светится. А здесь ты в темноте будешь все равно видеть, что там есть вот какое-то свечение. А, ну да. Но ну, вот сейчас у нас более-менее яркая, она тоже у тебя такая нормальная. И... Так, ну что, давай бомбанем. Давай бомбанем. Вот какой. Говорят, сам по себе он у тебя довольно прям яркий, сочный. Вот я сейчас смотрю, классно показывает. Да пусть сейчас... Опять эти сраные геи, блядь, заполонили чат нахрен. Всё. Ты а где? Это? Ты, наверное, убил. Подожди. Подожди, а на что мне сейчас? Подожди, я тоже 105 сделаю. Наверное, на поле, на вот это, или крестик. А, все. А, ну все, а мы даже можем в жизни, блядь, прямо здесь давай. Вот это мне нравится. Не надо заморачиваться. Вот это самая то игра для стримов, на самом деле. Ну да. Не надо думать, это. Слушай, что-то я импакт не чувствую удара, блядь. А чё их так много-то? Я себе, что их, блядь, реально много. Мне кажется, нас на такой хуйни нету, блядь. Что-то их больно много. Пиздец, блядь. Что-то это такое. Ну, что-то здесь тут суперы. Что-то реально много. Суперы тут вот такие, типа, что в экраны кидают. Лена, делай бэп. Вот он, супер. По две вот эти кнопки нажимаешь. Такой супер, как бы. Нас, по-моему, другое. Ну да. Я что-то не чувствую импакт, блин, удара. Ощущаешь, он как-то лупит просто куда-то. И как-то носится очень быстро. Ну да, ну это видно особенно из аркадной версии. Ну типа очень быстро, да, я пропал. Как я, например, с NES версии вообще давно играл. Что-то, не знаю, где-то года назад. Черепашки? Года два, наверное, назад я играл с NES. Белоран? А тебе Белорамзи нравится? Нет, мне она не нравится. А хули вы говорите? Я постоянно шучу, но я что-то этого херни типа, блин, это они сарказм не понимают. Олежка, да, настроил, так что, может быть, с Ростова я попробую стрим по фильму уже замутить, как раз с Гришей. Может, какой ужастик посмотрим. Да, Олег, здорово, легендарный стрим. Привет, привет, спасибо. Озвучку? Не, не будем включать, потому что всякую хуйню начнут кидать. Пока что еще хуйню не кидали, но могут. Ну зачем, да? Негодяи могут начать кидать хуйню. Ребят, сейчас стримят. В такое время прайм-тайм. А, Чапай, привет ему. Шань, мне кажется, всегда стримит. Да. Это же фейк, что вы встречались? Конечно.
ты с ней виделся вообще? Нет. Я же. Ну, вы с ней не знакомы, да? Ну, знаком, конечно. Ну, общались вы? Да. Что, в онлайн? Онлайн, ну, у нас стрим был совместно. Ага. Стрим, ну, онлайн, да? Да, да. Не живой. Не живой. Привет, Дэнчик. Она у себя, я у себя. Лучше стрима уже не будет на ютубе? Нет, не будет. Да. Блядь, это, конечно, очень сложно реализуемо, очень сложно. Но прикиньте, ну это возможно. Это нужно, чтобы еще поддержка у вас зрителей, просто собраться всем блогерам, ретро-блогерам. Да, и вместе. И вместе ебануть, там все, где-нибудь у Пашики, вот просто, где там человек 30-40. Кстати, да, было бы прикольно. Это, да, но это надо отдельно какое-то помещение. Ну, конечно, да, да. Где-то собраться прям и... И бомбить. И бомбить, да. Ты там в 50 лет не такой, блядь, ебака, как, блядь, в 20. Поэтому, ну, особенно если ты не следишь там за здоровьем, нету спорта и так далее. Понятно, генетика есть, у кого-то больше, у кого-то меньше. Это все сейчас реально, блядь, это как женщины. Ну, то да. Есть они, ну, все стареют, нельзя не стареть. Но можно взрослеть там, ну, красиво. А можно в 30 лет уже покрыться, блядь, шерстью, блядь. Вот, например. Согласен, поэтому абсолютно. Смотря кто за как... Фурик и Нантата, блядь, по полкуба, блядь, в неделю, у тебя либидо, как, блядь, у Амара Галанти, ебаный в рот. Это, блядь, вообще без проблем, ебаный в рот. Ну, там, пользу приносил. Ты там это, типа, в рот брал, в жопу давал, не, ну и все. Ну, говорит, ну я там это, стирал, ну еще и подрочил кому-то. Ты что, мерзавец, блядь, назвали Светка. А Бета что-то, говорит, блядь, скотина, я бы зашел, блядь, нихуя не предупредил, здорово там, блядь, паскудыш, блядь. Все, потом, ну там уже, да, ему нихуя сидеть оставалось там по месяца полтора. Прямо оттуда освободился, ебаный рот. Вот, прикиньте, блядь. Мерзавец, Бетыч, да, очень, блин. Ну, по незнанке не катит, но сам факт. Так, что, погнали? То есть, получается, они как бы это... Потому что поздоровались с ними и ничего не... Это, нет. Да, ты... потому что он им не сказал, получается. Да, ну, типа, да. Не знает. Да, я понял. А если вот, ну, грубо говоря... А если знают, то поставят, да, если знают, то да, если не знают, то... Ну, хуй его знает. Ну, да. Это, блядь, что ты же не можешь его всю жизнь прочитать. Ну, что конечно, там? Типа, поэтому... может, он, блядь, ебанул, да. Специально хочет там это сделать. Поэтому, ну, не, по незнанке никогда не кажется. На самом деле, вокруг этой хуйни столько мифов, блядь. Это все хуйня. Ну, долбоёба. А правда, что у типа обиженных тарелка с дыркой? Нет, пиздёшь тоже все. Все это пиздёшь. То, что их нельзя трогать, бить, блядь, руками. Все это пиздёж, блядь. То, что им нельзя трогать ничего, блядь. Они сидят в общей хате, так же заходят, так же трогают, блядь, раковины, хуяковины. А как им еще, блядь? Как им мыть? Одна раковина в хате, как им мыть полы? Как ему набрать воду, ёбаный рот? Тебя позвать, слышишь, пойди сюда, набери мне воду. Ну, это, блин, ну, просто вот эту хуйню пишут долбоёбы, ёпта. А стирают они как? Ты им даешь водки, они тебе стирают. Ну да. Ну это говорят, вот это общий режим, хуйня, настрой, все там все гораздо проще, ёпта. Не, зеленый слоник я не смотрел, такую хуйню не хочу смотреть. Бля, так хуйню, я смотрел, но это я половину где-то посмотрел, но это хуйня, пиздец. Спасибо, Арсен. Там, ну... Так, нажму на паузу, а перебор там, блядь. Хуйня? Ну что там, блядь, мужик срет в тарелку, блядь, второму подходит, говорит, братишка, я тебе покушать принес. Пиздец, и потом, да? Блядь, жрет говно свое же на камеру. Я не знаю, блядь, это постанова или он реально на камеру насрал, блядь, и сожрал это. Вот такой фильм. Потом там кто-то кого-то в жопу в конце ебет. Ну, то есть... Да ладно. Да. Пиздец. Ну там пиздец. Кто это, кого? То ли он Пахом? Сосет, блядь, у кого-то. Я не помню уже точно, но вот какая-то чернуха вот в конце, вот этот Пахом, по-моему, то ли сосет, то ли его ебут. Что-то такое там. Отвратительнейший фильм. Олег, расскажи, пожалуйста, о твоем отношении к портативным консолям.
Ну, про отношение такое, что я на них вообще не играю. То есть я играю в основном на телеке. И, типа, удовольствие получаю только вот когда сижу на диване и играю на телеке, либо там на мониторе. Ну, в портативной ты не играешь, потому что нигде не бываешь, нигде не ищешь, ну, так я обычно... А, хотя вот часто летал, ты не брал с собой? Ну да, не знаю, я бы лучше аудиокнижку послушал, либо кино посмотрю, что-то такое. Слушай, а вот у Сани Правдина, Аня, эта девочка, она писала, у нее комп за 500. Что там за, блядь, 500? Ну, если ставить как бы все самое, даже, ну, вот, допустим, один блок питания из Сисоник на 1500. Ой, братан, спасибо! Хрена себе. Спасибо, прям, на Ростов, спасибо, братан. Мы, ну, мы как бы с Олежкой все эти донаты попилим, но мне на Ростов спасибо. Прям очень надо. Спасибо огромное. Хороший. Вот, ну смотри, то есть один блок питания может стоить 65 тысяч. Ну если какой-нибудь вот буржуйский. Вот есть самый охуенный блок питания, Seasonic 1500 ватт. А в чем вот разница блоков питания? Ну типа он супер мощный, супер там охуенный конденсатор. Греться я просто собирал будет, сборку вот на этом Seasonic. Ну пиздец, вот такая вот бандура в мешочке там с кабелями, с какими-то там... И есть там оперативная память, есть супер дорогущая, какая-нибудь самая лучшая. Материнская плата, допустим, серия Asus Pro есть. Обещал, кому я обещал? Тебе? Когда я обещал? Я когда последний раз об этом говорил, час назад, я сказал, блядь, через 10 минут. Вот сейчас, если ты задонатишь десятку, прям сейчас, ты... то пойдем покажу Олегу спальню. Конкретно ты, блядь. Ты к другим-то не примазывайся, епта. Да, это правильно. Что Рейдер тут огромный. Угу. У нас NES маленький. О, братан, спасибо! Дед Дмитрий. Это дед Дмитрий или типа мертвый Дмитрий? Но дед пишется как... Ни как дед и ни как мертвый. Спасибо, братан. Спасибо за спасибо. Поддержку. О, спасибо, бро. Смотреть YouTube работу, ну если тебе платят за это, то да. Но тебе навряд ли за это платят. Ну, работа, работа это все, что тебе приносит деньги. Ну, ну, как правило, можно еще наверное, сформулировать, да, это какая-то методичная, ну, методичные действия чего-либо, что тебе приносит деньги. Как правило, необходимые для жизни. Это все работа. Ну, если ты будешь рассказывать, ну, как, вон, люди читают лекции, да, например, и, ну, собирают лекции, не, ну, не обязательно, мы берем там сейчас, я не говорю сейчас про этих, про инфо-цыган. Спасибо, Ризо, спасибо, братан. Например, лекции там, ну, исторические, вход там 500 рублей. Это что, не работа? Люди просто пиздят вам. Вы блядь, у людей странные представления о работе, вот таких долбоёбов. Да, да. Работа, потому это, что они значит, только работают что-то, на да, заводе, да, блядь. Что-то тащить, гайки стрыгать, там, это, остальное не работа, да? Да. Вот у них понимание, это то же самое, как про айфон. Ну, да. Вот один в один, понимаешь? Они работают на заводе, вот где-то мешки таскают, им платят 20. А вот они сидят, играют в игры, блядь, и еще дело и донатят. Дело в том, он же тоже может, ну возьми тоже начни, но. Купи себе компьютер, камеру, не знаю, что там, карту захвата, приставку, играй в игры, и тебе будут, может быть, да, это же всем можно. Это же, блядь, именно, да. Это же бесплатно. Как будто, да, как будто вот нас, блядь, избранных выбрали нахрен, посадили, а их вот всех не посадили, и они обиделись на всех, блядь. И хуйню нам давай в чате писать. Какая у меня любимая игра? Last of Us. Так, все, прошли. Не, мой доход исключительно это... А чё, налоговый это? Мой доход исключительно... Короче, я вам просто сообщал, блядь, сколько они зарабатывают. Я кто? Никого не считал. Ну, мне, типа, пишет вон Нордман, типа, я считал какие-то донаты Светланы Шань, ЧД, кого там, Киноман, никого не считал. Не, а что значит считать? Я тоже знаю. Ну, я тоже... Я знаю, сколько я, блогеры я, зарабатывают. Ну, я знаю, ну, я знаю, что Сане Правдину много, ну, там, ну, нормально донатят. Но. И что значит, что да, считать? Я знаю, что ЧД там в месяц 300 заработает. А ЧД это считай? Кто? Ну, типа, блогер по резидентам там. И что дальше, блядь?
Не, я просто про другое. Считать, ну вы хули к словам-то давайте. Считать, глагол считать в этом случае обозначает, блядь, приходить, завидовать, рассказывать, да, что вы вот и сидите, нихуя не делаете, стриме, да, идите, блядь, это. Да я, конечно, но... тысячу раз я могу и сам обсудить, блядь, да, донаты, ёб твою мать. Донаты, да, обсудить. Мне... Но я же не прихожу к ЧД, блядь, в чат. Не... Я говорю, ёб твою мать, ЧД, какого хуя, блядь? А почему не мне? Просто это, я нихуя не пойму, ёпта. Ну, типа, блядь, чё, я могу что угодно обсудить. Конечно. Да и вы можете, ёпта. Это типичная доёбка до слов. Вы можете, блядь, вы можете тут нахуй, ёпта, обсудить, блядь. Я могу вас в петушатник отправить к ёбаной матери, и всё, блядь. В чём правило? Всё. Вас никто, у нас свободная страна, как бы вы ни верещали. Что мне, блядь, с ними церемониться, ёбаный рот. Здесь, блядь, импакт удара. Ну да, чувствуется, но... Немножко доработали они. Ну да. Не, ну графон там все равно лучше. Ну графон, понятно, да, лучше. Ну там и черепашки больше, и как бы... Масштабнее. В последних черепах? Бля, ну последние черепахи... Бля, я их на стриме проходил, хуй тебе сколько раз. Просто это... Блядь, а я вот путаю их, блядь. Шреддер Ревинч. Кэтвумен ушла, долго не выдержала. Сложно, блядь, модератором быть, блядь. Да, не так просто. Танюша всех хуярила. Ну, Танюша нашла ковбоя и все. Ушла, так сказать, в это. Ушла в астрал вышла. Да, да. Это мой чай, ты че? А, это... блин. Мерзавец, блядь. Хотел мой чаек припить. Мифы и страхи о тюрьме и зоне, епт. Станислав Андреевич такой салаткий, блядь. С моих слов записано верно, мной прочитано. Мой почерк, кто знает, тот поймет. Написал Артур Алехин. По моим, полностью по моим этим. Так, тут уже подписано. Там чье-то, я тяну. Вот это, блядь, раритет, блядь. Сейчас, надо подписать по канону. Люба, иди отсюда. Вот оно. На какой типографии, я не помню. Это Артур занимался, он профессиональный автор. За такое можно сесть. Ну ты, я смотрю, присел там. На бутылек, блядь. Надеюсь, нет мандора расти, блядь. От маленькой чекушечки. Спасибо, Стас. Вот ну, это в натуре. По-босяцки. Да, класс. Комиссии мы все, этот самый, как его, все делим пополам. Единственное, у меня там уже висят донаты за два дня, потому что Donation Alerts иногда ебланит. На мормушек не... Спасибо, Эндрю. Спасибо. Спасибо, Андрей. Вот тут Эндрю, Андрей. Ну, как бы, ну, в пополаме, конечно. Спасибо. Пёс, да это хорошая парнюха. Да хороший у него канал, хороший, Александр. Я же говорю, очень хороший канал, очень хорошая подача материала, заряжает
позитивным настроем.